Дорожная полиция вновь проводит массовые проверки на дорогах Якутска. Сотрудники ГИБДД выявляют водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, нарушающих правила перевозки детей в салоне. Но особое внимание полицейские уделяют тонировке. Виталий Абрамов продолжит. И снова наши закатанные в круг друзья. В последнее время полицейские проявляют к машинам с затемненными стеклами повышенное внимание. В прошлом году были даже несколько случаев, когда злостных нарушителей закрывали на трое суток из-за желания быть на темной стороне. В этот раз находились как и добросовестные автомобилисты, согласные с нарушением, и на месте же избавлялись от пленок. Так и весьма импульсивные, желающие поговорить о своих правах. Максимальные показания. Как же в одном месте, вы только что здесь мерили, здесь было 22,3. В случае отказа снять на месте тонировку, вместе со штрафом водителю выписывается также требование об устранении нарушения, которое он должен выполнить в течение 10 суток. Если же по истечению этого срока автомобилист вновь попадет с аналогичным нарушением, то ему грозит уже скамья подсудимых. Если же водитель по истечении 10 суток не выполняет данное требование, то есть не снимает тонировку, то уже мировым судьей рассматривается вопрос о наложении на него административного взыскания. Это уже административный арест до 15 суток. Таким образом, только за один день было проверено около 60 автомобилей. А с начала года выдано уже 565 требований об удалении тонировки. Виталий Абрамов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.